Дзыбка – национальное блюдо осетинской кухни, готовится на основе сметаны и муки, по вкусу и консистенции напоминает кашу, чаще всего дзыбку подают на завтрак или полдник в холодном или горячем виде. Перед вами рецепт, который подскажет, как приготовить дзыбку. Можно использовать как пшеничную муку, так и кукурузную. Готовить дзыбку в казанке или глиняном горшочке, иногда дополнительно добавляется осетинский сыр. Готовое блюдо можно кушать горячим или остывшим, как вам больше понравится. Удачи! Досмотришин видео, и я предложу записать список ингредиентов. Просеиваем манную крупу и пшеничную муку. В кастрюльке кипятим сметану. В кипящую сметану понемногу засыпаем манку и муку. Помешиваем. Солим по вкусу и вливаем немного воды. Если кажется, что масса слишком густая, готовим до появления на поверхности жировых пятен. Приятного аппетита! Подписывайтесь и ставьте лайки. Теперь о составе нашего блюда. Сметана 1000 грамм, мука 80 грамм, манка 80 грамм, соль 1 по вкусу, вода 1 по вкусу, количество порций 3-4. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк. Друзья, жду вас снова.